На кой черт мне на эту сторону, а? Не знаю. Вообще, я сегодня хотел покататься по набережной реки Яузы. Время отвратительное. Ветер ёпарашете. Здесь фирменная наждачка. Для пущего удовольствия здесь еще и немного брусчатки. Ох, мои 8 атмосфер. Здесь есть поворот налево, здесь есть поворот налево. Красный? Значит, не мне красный, да? Здрасте, здрасте. В Москве широкие тротуары, говорили они. По тротуару безопаснее, говорили они. А вы знаете, иногда так оно и есть. До тех пор, пока тротуары пустые. А дальше начинается вот это вот. Автомобили, они хотя бы боком ездить не умеют. А пешеход запросто. И шансы поцеловать асфальт при этом. Даже несколько больше. Ну вообще самое главное, почему нельзя ездить по тротуарам, это потому что ты выбиваешься из общей транспортной инфраструктуры. Все переходы, переезды. Все как-то не в тему. Светофоры вечно не туда светят. Все время ждешь подолгу. Ну вот нафига оно надо? По дороге ты едешь и едешь. Так, а вот знаете, что я забыл? Я забыл страву включить. А то тут все ругаются. Кнопки какие-то. Аквариум, ХПС. Давай говно тормозное. Так-то лучше. Ну вот и все, я еду вдоль набережной реки Яузы. Весело, трындец. Лучше бы 101 раз по Садовому погнал. Не, ну я вообще надеялся, тут пробки будут. Thank you.
Кубачку. Ой, 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 ой. Здравствуйте. Извините. В общем, да, суть этой дороги в том, что здесь сбоку все время вылетает какая-то хуета. А ты пытаешься не быть ею сбитым. Это называется резонанс. Какой-то толстожопый, а? Вот, ребят, вот по этой причине я предпочитаю ездить пробка. Здесь у меня контроля вообще никакого нету. Вот какой-нибудь мудак вот на таком Х3 меня легнет своей толстой жопой. И все. И прощай молодость. А пробки-то что? Кто меня там в пробке притрет-то? А что, дверью кто-нибудь ебанет? Ну так это не так страшно. Меня дверью били уже 2 раза. Вообще ни о чем. В конце концов, ты ж в междуряде 40 км в час не едешь. Не едешь. Не, ну если ты долбоеб, то ты едешь, да. Хотя хрен его знает. Может, и я со временем достигну этой степени просвещения. Тоже, значит, ну, как бы не загадываю. Но вообще, в междуряде у тебя хорошо работают естественные инстинкты самосохранения. Они не дают сильно разгоняться. Так. Здрасте, здрасте, мне налево. Черт подери, вообще ни одной пробки. Вот здесь-то всю жизнь было. А, вон там дальше что-то собралось. В общем, я уже так запыхался, что мне пофиг на пробки. Я, скорее всего, объезжать справа буду. Потому что, ну, запыхался, концентрации уже никакой.
решетки. Решетки. Вот, кстати, с этого раза, когда мне ебанули дверью, это я как дебил объезжал справа. Не делайте так. Вот, конечно, тоже водитель может хуйней начать заниматься, но вероятность меньше. Потому что водитель, он более организован. Больше вероятность, что он сначала посмотрит в зеркало заднего вида, а потом только будет открывать дверь. А едь ты уже, ё-моё! Мундатский шифтер! А вот планетарочка хороша, да, планетарочка хороша. А шифтер мундатский. Но работает как бы и хер с ним. Не до хорошего. Всяко лучше, чем перекидка. Так, а почему красный? Просто так, да? Окей. Я понял, просто так. Самые лучшие дороги на набережной реки Яуза. Просто 10 из 10. Причем каждая ямочка годами никуда не сдвигается. Все стабильно. Ой, блин, говно какое-то на дороге. Какой-то грузовик с говном обосрался, похоже. Стройки. Что тут строят, кстати? Вот метрострой. У-у-у. Косяк этой набережной в том, что она сама довольно сложная в плане там поворотов, вот этого всего. И водители здесь газуют, как мудаки. Так что я здесь не один, я в кругу друзей. Здрасте, спасибо. Черт, я обязательно выживу. Thank you.
вообще, когда такое выкладываю, я слышу два типа критики. Первые ругают меня за то, что я безумный уебан. Вторые ругают меня за то, что я ссыкун и калич. На самом деле, мне одинаково интересно слушать аргументацию одних и других. Девушки. Бессознательная работа, безотказно. Я еще издали нифига не разглядел, но почувствовал, что эта машина очень опасна. Вообще вся езда на велике — это такой автоматизм. Ну, вы все знаете, что сама даже езда, вот это вот удержание равновесия, это процесс бессознательный. Именно поэтому ему нужно учиться. И получается это далеко не сразу. Хорошо тем, кто в детстве научился. А если нет, то вообще трындец. Именно поэтому, кроме того, что я, блин, запыханный всегда, я не очень люблю разговаривать на велике. К сожалению, я недавно узнал, причем не от кого-нибудь там, а от своих друзей, что многие мои видосы ставят фон чисто послушать, как радио, как подкаст. Господи, боже мой, наверное, это самый хреновый подкаст на свете. Уй, ой, черт. Максимально полезно, максимально интересно. Вот. И разговаривать я не люблю, я люблю расслабиться и да по сторонам смотреть. Жить-то хочется. Ветерочек. Блин. Ё-моё. Кстати, новый асфальт я заценил. Едемте, едемте.
Так, кажется, это называется проспект Ветеранов. Это самое бессмысленное шоссе в Москве. Оно всегда пустое, оно широкое. Здесь, наверное, хорошо проводить замеры скорости. Правда, оно, видите, с подъемом, чуть спуском. Смотри, с какой стороны смотреть. А здесь собаки бывают. Собака легко разгоняется до скорости 30 км в час. Даже маленькая. Это очень круто. Так, и мы с вами аккуратно приехали то ли в Соколя, то ли в Лосиный остров. Я не помню, где одно кончается, другое начинается. Что мне там делать, я понятия не имею. Это сраные парки. Разве что по карте поглядеть. Где-то можно ездить. Да покутаться. Листики позаписывать на деревья. Вы же листиков никогда не видели. Чертов ветер, а? Так, надо не забыть поднастроить экспозицию на камере. Так, я устал, пожалуйста, не открывайте двери. Вернее, налево. Направо это район этот отстойный, не хочу туда. Ой, боженьки мои, старость, не радость. Сейчас. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Блин, что я тут забыл? Куда мне ехать? Почему поворот налево запрещен? Ничего не понимаю. Что это за мост? Это мост через железную дорогу. Я его перееду и попаду на проспект Мира. Зачем мне на проспект Мира? Зачем вообще построили эту дорогу? Кому она нужна? Кто будет счастлив от того, что он ее проедет? Куда вы все едете? Велосипедисты, там нет ничего. О, боже! Эта электричка прекрасна. Так, все. Собрался. Электрички отдельно, велосипед отдельно. Зачем я сюда приехал? Чего я тут забыл? О, Останкино. Можно проползти в ботанический сад и там ебаться в какую-нибудь мамашу на велодорожке. Как вам такая идея? Для экстремального видео.
Блин, у меня такое ощущение, что я здесь еду в первый раз. Дорога над ВДНХ, что ли? Чё-то я совсем погано знаю местную географию. Я еду по шоссе, по выделенной автобусной полосе. Весело, трындец. Здравствуйте. Спасибо. Синяки бастард, сука, the yellow one. Камазик, а ты куда? Блять, Камазик, Камазик, ты меня расстраиваешь. Это было очень плохо. Так, да что за знак? Это конец автострады? Но это относится к тем, кто съезжает с ТТК, наверное. Смотрите, здесь даже велодорожка не нужна. Настолько просторно. Делайте дороги нормальной ширины, и не нужны будут велодорожки. О, да! Особый кайф проехать посередине. Несколько секунд до того, как там сзади зеленый не загорится.